Кай, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. И у нас в очередной раз часовая нафиг серия, вы реально моей смерти желаете, час покемонов записывает. Ребята, запасайтесь попкорном, запасайтесь чаечком, печеньками, многими другими, потому что сейчас у нас, ребята, опять час ёханый бабай покемонов. Я не готов к этому. Я, ребята, не готов просто к этому. Ни морально, ни физически. Но знаете, почему я сейчас выпускаю часовую серию покемонов? Потому что на предыдущей серии мы набрали, ёханый бабай, 15 тысяч лайков. Ребята, вы прям крутые, за что я им говорю большое спасибо. Это реально большая мотивация для меня записывать новые серии. И только благодаря этому, то, что вы такие фантастические, сумасшедшие, набрали 15 тысяч лайков, я прямо сейчас для вас выпускаю, ребята, новую часовую серию покемонов. Поэтому, ребята, я также прошу просто сейчас поставить лайк на вот эту серию. И обещаю то, что следующая серия также будет часовой, и она выйдет скоро, завтра, послезавтра, послезавтра, хоть 3 дня подряд. Ребята, все, что нам нужно, это поставить лайк на вот это видео и набрать чем больше, тем лучше лайков. Да! Ребята, это круто! А знаете что? Знаете что еще? У нас сейчас выходят не только часовые серии Пиксельмона, а у нас, ребята, сейчас идет еще стрим. У нас сейчас, ребята, опять начались стримы, да? У меня на прошлой неделе на выходных был стрим. Мы, кстати, играли и в Пиксельмон, и знаете, где мы еще играли? Вот тут, ребята, мы стримили. Это мой сервер версии 1.9.1.10. Неважно, лицензия, пиратка, все бесплатно, ребят. Вам даже не нужно регистрировать аккаунт и качать лаунчер. Все очень просто, заходите хоть прямо сейчас, играйте, ссылочка на мой сервер есть в описании. Что самое главное, как вы видите, за мной есть SkyWars и BedWars. Именно тут, ребята, с вами я смогу поиграть на следующем стриме, поэтому именно тебя я жду на своем сервере прямо сейчас, заходи, играй, а на стриме мы встретимся. Также тут нету модов, но есть офигенная система магов. Ты реально сможешь стать Гарри Поттером, использовать различные заклинания, потому что у тебя есть магическая ракета, магическая палочка, ты сможешь просто покупать новые какие-то заклинания и многое другое, и летать на метле, как реальный Гарри Поттер. Жду тебя тут. Вот, ребята, поэтому на этой неделе у нас также будет стрим на вот этом моем сервере. Поэтому, ребята, приходите, мы часочек вместе с вами поиграем в SkyWars, BedWars, просто повыживаем. И, в принципе, будет круто, я буду вас там ждать, мы сможем с вами пообщаться прямиком на стриме. Вы можете позадавать мне вопросы. И также, ребята, после сервера мы будем играть в Пиксельмон. Поэтому, ребята, заходите на сервер, играйте. Версия 1.10.2 и также на 1.9 можно играть. Магия, SkyWars, BedWars, ребята, можете проводить там свое время сколько угодно и также звать туда своих друзей. Поэтому, ребята, я вас там жду. Да. А сейчас! Сейчас! Сейчас, Пиксельмон. Может, нет? Ну, ладно. Знаете что? Ребята, почему хороши стримы? Потому что на стриме вместе с вами, кто смотрел стрим, ребята, ставьте лайк. Вместе с вами на стриме мы докачали наш орб. И сейчас, ребята, у нас полный... Ни хрена себе он большой, прям как чит какой-то. Сейчас у нас полностью прокачанный орб. А что это значит? Что это значит? То, что в этой серии вместе с вами мы заспавним нашего первого легендарного покемона в этом сезоне. А именно это будет Запдос. А после Запдоса... Кстати, на стриме вроде еще выбыли один орб. Или это мы в предыдущей серии выбыли один орб. А после этой серии, после этого орба, после этого легендарного покемона, мы начнем искать Молтреса или Артикуна. И также прокачивать уже сразу второй орб. Ох, чувствую, у нас сейчас дофигище будет легендарных покемонов. Это, ребята, очень даже круто. Это круто. Поэтому готовьтесь, в этой серии у нас вылупится с яичком, так говоря, да. Вылупится, забудь, да. Поэтому, ребята, эта серия будет посвящена также легендарному покемону. И также сегодня, ребята, мы будем искать следующего легендарного покемона. А знаете что? Давайте мы просто испытаем что-то. В этой серии мы 100% заспавним легендарного покемона. Я вам просто... Не знаю, просто отвечаю, то, что заспавним. Но перед тем, как спавнить легендарного покемона, ребята, давайте мы попробуем заспавнить еще одного легендарного покемона. У нас, ребята, сейчас час Пиксельмона есть. Один час. За этот час может заспавниться фиг его знает что. Поэтому зачем нам сразу тратить один мастербол, если, допустим, в этой серии у нас заспавится какой-то другой легендарный покемон, а мы его тупо прокакаем, потому что мы уже заспавнили Запдоса. Поэтому, ребята, Запдоса мы в этой серии 1000000% заспавним, я вам обещаю. Или нет, если заспавнится какой-то другой покемон.
да, да. Поэтому, ребята, знаете, что бы я очень сильно хотел найти? Я, кстати, на стриме искал зимний биом вместе с вами, кто смотрел стрим. Мы так его, ребята, не нашли. Сколько я летал, сколько я искал, я нифига не нашел. Он просто какой-то слишком редкий нафиг на вот этой версии. Но мы не будем так просто сдаваться, ребята. Опа. Мы не будем так просто сдаваться, мы будем продолжать его искать как можно больше и как можно чаще. Да. А-а-а! Точно! Точно, ребята! Я забыл самую большую традицию нашей серии с покемонами. Да, знаете какую? В принципе, кто уже смотрит Пиксимон давно, те 100% знают. Ребята, я каждую серию вам говорю, чтобы вы заходили и добавляли меня в друзья ВКонтакте. Сразу первая ссылочка в описании. Заходите, добавляйте, лайкайте мои фоточки, пишите мне сообщения, я буду рад с вами пообщаться. И также, ребята, буду рад, если вы подпишетесь на мою страницу ВКонтакте. Первая ссылочка в описании, как я уже сказал. И там же есть ссылочка на мой сервер. Поэтому, ребята, все в описании, там все просто найти. Поэтому заходите, ребята, я вас буду там ждать. Ну, Альбатрос, стоять на месте. Стоять на месте. Стоять на месте. Да ты, шо ж так тяжело-то в него попасть? У меня что, прицел сбился? О, это скуда, хотел от нас убежать. Стой-ка ты на месте. Оно, кстати, сейчас уже Серпериор будет 50-м уровнем. Круто. Кстати, ребята, в этой серии, если мы заспавим Задуса, то в следующей серии мы пойдем на команду R. И ее по самой не хочу. Надеюсь, то, что Задус это сможет сделать. По самой не хочу. А прикиньте, если мы сегодня еще другой алтарь найдем. Это офигеть просто будет. То есть на этой неделе у нас тогда, по идее, уже будут два легендарных покемона. Потому что если мы сможем найти еще один алтарь, мы сейчас заспавним Забдуса, потом на стриме прокачаем еще один орб, и сразу, ребята, заспавним еще другого легендарного покемона. Это круто. И знаете что, ребята, именно вы мне помогли вспомнить, какая третья собака. Третья легендарная собака — это Суикун, который спавнится на пляже. Я забыл просто. Я просто забыл. Поэтому, ребята, нужно летать как можно чаще, как можно больше на пляжах. Это полезная вещичка. А знаете, что я только сейчас понял? А, кстати, там босс. Босс, выходи, бабай! Ну, встаньте! Это не босс, это, да, это... Лучше бы ты был боссом, честное слово. Это нет, у нас нету Шани Марила. Значит, сейчас будет. Пожалуйста, надеюсь, что будет. У нас, ребята, только сейчас понял, мы даже в этом сезоне еще джунгли не нашли. Нам нужно сейчас джунгли искать, потому что в джунглях спавнится Мью. А если мы сможем найти Мью, то сразу после этого мы сможем заспавнить Мью Ту. Я видел там Шани Корфиша, не переживайте. Мы сможем заспавнить Мью Ту, потому что Мью Ту делается с помощью Мью. Офигеть, ребята. Кстати, что-то мне, я, если честно, сейчас очень даже захотелось пойти и найти джунгли. Да, джунгли. И не только джунгли, а также зимний биом, потому что я заколебался его искать уже. Кстати, у нас есть Корфиш, да? Если я хорошо... Да, у нас есть Корфиш. У нас есть Корфиш, поэтому... Твою нафиг, а ты что, издеваешься с меня? Давай, хара-хара на меня нападать, это к добру не приведет, покемошки. Так, нет, вы нам не нужны, у нас уже ор прокачанный, поэтому нет смысла вас убивать. Зато Кадабру сейчас нужно прокачивать. Кадабр, в принципе, очень даже сильный, учитывая то, что он 33 уровень, да? Мы его сейчас, ребята, прокачаем. Точно! Ребята, у нас же сейчас в сундуках дома. У нас сейчас дома в сундуках почти 2 стака алмазов и почти 1,5 стака изумруда. В этой серии мы себе мало того, то, что сможем купить еще один мастербол. В этой серии, ребята, в этой серии мы себе купим еще дофигища шапочек, которые будут нас просто офигеть как круто прокачивать. Я только сейчас вспомнил то, что у меня дома какие-то залежи нафиг миллиардера, если учитывая то, что у нас там офигеть как много всяких полезных вещичек, которые мы можем продать барыги с базы команды R и купить нужные нам вещички, ребята. Нужные, это самое главное. О, кстати, смотрите, смотрю, что... Да! Я нашел, я... Ребята, мы нашли этот биом... Мало того, то, что тут лаки блок, мы нашли этот биом! Ребята, пока мы будем идти вот сюда... Ребята, пока мы будем идти вот сюда, в эту сокровищницу,
Вспомните, пожалуйста, кто спавнится вот тут, и напишите прямо сейчас в комментарии, кто спавнится в этом биоме, вот с этими цветочками, кто там спавнится? Легендарный покемон, дам вам подсказку. Напишите, какой именно легендарный покемон. Напишите, ребята, если вы догадаетесь, будет круто. Если мы реально сейчас там немного потусуемся, и прикиньте, если он реально заспавнится. Я просто офигею, если честно. Так, мне кажется, это хорошая идея, как вы думаете, ребята? Там реально спавнится легендарный покемон. Ну ща, я туда сейчас приду и скажу вам, какой там легендарный покемон спавнится, если вы еще до сих пор, ребята, не поняли. Это просто офигеть. Это просто офигеть. Я реально давно просто искал вот этот биом. Я что-то тоже вспомнил. То, что мало того, то, что у нас нету ни джунглей, ни зимнего биома. У нас просто нифига нету. То я прямо сейчас вспомнил то, что реально у нас нету биома там, где спавнится Селеби, мать ее. Тут, ребята, спавнится Селеби. Если она сейчас заспавится, я просто офигею, я просто офигею. Так, сейчас, это кто у нас? А, это цветочки, думаю, что это за покемон. Да, галюны у меня. Так, это сюда, это вот так, вот так. Замечательно. Нет, не хотел выкидывать. А, бедрок, ладно. А, ребят, как этот биом называется? Plains. Нам нужно не Plains, а Flower Forest. Да, именно в Flower Forest у нас спавнится Селеби. Мне как-то очень хочется, чтобы Селеби заспавилась, честно. Я, кстати, в предыдущем сезоне мы словили Селеби с помощью обычного бола. То есть нам даже мастер бол не потребовался, чтобы словить легендарного покемона. Ребята, вы готовы сейчас немного полетать? Вы готовы? Я вам честное слово даю. Мало того, что мы наполовину находимся в пустыне, так мы еще наполовину находимся в этом Flower Forest, да? Если сейчас заспавнится или Грудон, или Селеби, я не знаю, что я сделаю сейчас. Я догола тут разденусь и перед камерой потанцую. Не, ну лучше не надо. Но все же, что-то я сделал. Пожалуйста, ребята, давайте какое-то заклинание зачитаем, чтобы кто-то заспавился, пожалуйста. Пожалуйста, нет, никто не спавится. А, кстати, там же я видел то, что есть... Где мы вообще? Ага, вот тут у нас, по идее, должно быть продолжение пустыни. А знаете, что еще офигенно? То, что тут у нас горы, где может заспавиться Гроудон. Тут у нас пляж, где может заспавиться Суйкун. А тут у нас океан, где может заспавниться Лугия и Киогр. Офигеть, у нас просто идеальное место. У нас тут могут заспавниться 4 легенды. Ребят, мне кажется, ли это идеальное место, чтобы провести вот эту ночь? Как вы... Ребят, вы готовы со мной провести вот эту ночь вместе? Вот тут, на побережье вот этом. Вы готовы? Я с вами готов, ребята. Я вот честно говорю, я готов. Я все же надеюсь, что этой ночью кто-то да заспавнится. Я готов, ребят. Я вам честно. Прям честно. Надеюсь, что сегодня у нас кто-то запавится. Если вот сейчас никто не будет спавиться, то мы просто садимся на Стараптора и летим куда-то в океан. Потому что в океане реально может заспавиться или Лугия, или Кьогр. В океане, наверное, самый большой шанс, что заспавится какая-то легенда, если честно. Мне так кажется. И в этой серии мы 100% купим себе шапочки. Я просто вам обещаю, ребята. Что-то... Знаете, у меня есть такое ощущение, что в этой серии 100% будет легенда. Неважно какая, но запас 100% у нас будет, да? Но... И что это было? Нам выпал... Все? Это все? Да. Крутой дропик у нас. Очень крутой дропик у нас. Я просто в шоке. Какой у нас дропик. Так, Стараптор. Ты у нас магическая птица. Ну, я надеюсь, что ты у нас магическая птица. Поэтому, пожалуйста, призови Грудошу. Пожалуйста. Небольшого, можно даже вот такого маленького, но все же, чтобы это был Грудоши. Пожалуйста. Сейчас мы немного полетаем. Сейчас мы увидим. Если кто-то заспавится, я просто офигею. Кстати, куда мы летим? Тут у нас, по идее, еще должна быть пустыня. Но почему-то именно этой ночью мне хочется прогуляться над океаном. Вы со мной, ребят? Может, мы сейчас что-то тут да найдем. Может быть, что-то сейчас будет очень даже полезное, я надеюсь. А, кстати, а Лугия где спавнится? Лугия вроде или в небе спавнится, или на каких-то островах. Вот это я точно не помню. Кьогр 100% под водой спавнится, его офигеть как будет сложно найти.
Потому что если Кёгр под водой засваливается, как я должен в него попасть каким-то болом нафиг? А под воду я не могу спуститься, я не могу за ним плыть, потому что у меня просто-напросто нету водного покемона. Опа, это еще. Это босс? Да, это босс. А как нам повезло, ребята. Как нам повезло. Ух ты, ни хрена себе, успокойся, чи-чи-чи, успокойся, ты куда так разогнался? Хренакнул нам настолько урона. Успокойся, чувак. Успокойся, пожалуйста. Так, слам, вот это можно нафиг. Хилбол. Ну почему бы нет, пускай будет. Сейчас мы тут немного под... О, кстати, еще один тутудайл. Я как бы благодарю то, что ты заспавнился, но если честно, ты нам сейчас нафиг не нужен. Потому что у нас уже есть наш тутудайл, который нас дожидается в нашем компьютере, да, если я не ошибаюсь. Сипериор 50 уже! 50 уровень нафиг! Давай, 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 быстренько, 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 давай, давай, прокачаемся. Какой нафиг и сноуб, ты шо офигел? Так, вот. Никого, нет, никого, никого нету. Ладно, мы подождем. Так, это можно нафиг так вот так сделать. Мы подождем, раз пока никого нету. Ночью, ребята, реально полезно просто летать. Я не знаю, почему я раньше ночью не летал, потому что ночью большая... Там еще один босс. А, нет, это трава. Да. Я подумал, что это босс. Нормально, нормально, нормально. Ночью реально большой шанс... Так, 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 так. Так, нет, 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 легенда, легенда, легенда. Где? 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 Я не успел сказать то, что ночью реально большой шанс, то, что кто-то заспавится. Где? Я сейчас охренею. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Его очень... Я прям сдал то, что в этой серии легенда не просто так заспавится, то, что мы ее заспавним, а она сама заспавнится. Я знал это, не знаю почему, но я реально знал это. Ну что-то я никого не вижу, пожалуйста. Офигеть, 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 офигеть. Да пофиг то, что она заспавилась, это пофиг. Дип океан, дип океан это или Лугия? Дип океан, дип океан. Твою-то матушку, ты еще и падаешь в воду, и тут еще босс. Я не знаю, что мне делать, ребята. Если я сейчас просую легенду, я просто с ума сойду. Но этого босса 100% нужно убить, потому что он большой уровень. Так, пока есть время подумать, где может быть легенда. Дип океан это или... Дип океан... Дип океан это или... В принципе, в Дип океане не скажу то, что это может быть только Кёгр. Это также может быть Лугия. Я не знаю. Вот тут никого не видно, я никого не вижу. Если бы это был. Самое печальное то, что на карте никого не видно, потому что карта не работает. Карта только показывает, кто где находится, но не показывает, кто это. Что это за существо вообще? Да, нам, кстати, еще камень выпал, замечательно просто. Я просру легенду в этой серии. Я реально просру легенду в этой серии. Офигеть. Ну зато какой-то момент, то что реально кто-то заспамился, это меня уже радует. Но то, что я и построю легенду, это меня нифига не радует. Ёбаный бабай, почему? Не-не-не-не-не, пожалуйста, пожалуйста, будь это Лугия, пожалуйста, будь ты тут, будь ты на этом острове, пожалуйста, Лугия, миленькая моя. Никого нету, зато покеболчик есть. Конченый. Где он был? Это хреново, ребята. Не говорите то, что я просрал нашего первого легендарного покемона, и это не какая-то там гнида Запдос, да, а реально. Реально нафиг редкий покемон Кёгр или Лугия. Где она нафиг могла заспавиться? Она уже 100% пропала. Ребята, это печально. Это все очень печально, честно. Я просто сейчас немного расстроен, если честно, даже не немного. Охренеть, как расстроен. То, что мы просрали легендарного покемона. Да, Шайни Зубат летает. Шайни Зубат, конечно, не заменит нам. Твою мать, я еще это звал покемона и в воду упал. Плохо то, что не видно, где он плавает, потому что я уверен, что это 100% был Кёгр, потому что я его не видел, где он заспавился. Он заспавился где-то под водой, 100%. Я просто его не мог выследить.
А эта карта не показывает, что это за покемон. То есть, смотрите, если мы где-то вот тут находимся, то показывает то, что тут где-то какое-то бегает существо, да? Но не показывает, кто это нафиг. Не показывает, кто это нафиг. И это очень плохо. Это, ребята, очень плохо, потому что мы прокакали сейчас легендарного покемона. Я уже так обрадовался. Зато какой момент, ребята, можно смотреть на вот это... Легендарный покемон заспалился в океане. Ребята, что делать? Ребята, что делать? Я не знаю. Мы уже его 100% прокакали. Мы уже его 100% прокакали. Если я его не нашел в тот момент, когда он заспавился, 100% его сейчас не будет. Его 100% сейчас не будет, он уже 100% просто пропал. Если бы эта карта еще работала как следует, то есть если бы показывала то, что в воде кто-то находится, я бы его еще нашел 100%. Но знаете, что плохо? Знаете, что очень плохо? То, что карта не работает под водой. То есть, если ты вот сейчас летаешь, тебе показывают тех покемонов, которые находятся на каком-то берегу, да? Там, где, допустим, суша есть, там, где остров какой-то или еще что-то. Вот я сейчас плаваю, вот смотрите, подо мной, видите, сколько подо мной покемонов? 1, 2, 3, 4, 5, там, офигеть, сколько покемонов. Но на карте никого нету. На карте, ребят, вот смотри, подо мной на карте никого нету. Хоть на самом деле смотри, сколько тут покемонов плавает. Вот в чем прикол. Вот в чем суть. Почему я не смог найти легендарного покемона? Потому что на карте не показывает, где он находится. Мало того, что не показывает, кто это, так и не показывает, где он находится. Вот почему я не смог найти легендарного покемона. Потому что я просто-напросто не знал, где он. А искать его просто так посередине океана, это как реально искать иголку в стаге сена. То есть никак. Я просто никак его не мог найти. Ходи, бабай. Я в печали, ребята, я в печали. Это реально плохая идея ловить водного покемона. Я и не знаю, честно. Но, в принципе, история может повториться еще миллион раз. Знаете почему? Потому что, допустим, если мы найдем тот же... если мы найдем те же джунгли, то в джунглях заспавнится Мью. А в этих... ну, вы, в принципе, понимаете, что такое джунгли. Это дохренище просто деревьев. Как мы там вообще сможем найти какого-то покемона? Никак, потому что там дофига деревьев, мы просто не сможем его физически найти, потому что мы просто я не смогу его заметить, ребята. Я просто не смогу его заметить. И это печально. Я, ребята, вас поздравляю с первым прокакавшим покемоном. Зато у нас босс уже какой по счету встречается. Но эта ситуация не спасает. Эта ситуация не спасает. Я в печали, ребята, то, что мы не словили покемона в этой серии легендарного. У нас Мастер Болл, кстати, при себе есть, и это вообще не проблема было бы его словить. Вообще не проблема. Мы бы его словили, а Забдоса переместили бы на следующую серию. То есть в следующей серии мы бы купили еще один Мастер Болл, и в следующей же серии... О, кстати, Лаки Блок. И в следующей серии купили бы, и в следующей серии заспавили того же бы Забдоса. То есть у нас две серии бы подряд был бы легендарный покемон. Но нет. Ладно, давайте, ТП 859-64, я знаете, что хочу сделать? Просто ТП-хнуться и быстренько сбегать домой, чтобы выложить вот этот весь хлам, который у нас есть в инвентаре. Потому что хлама, как видите, реально дофига. Я в печали, ребята, честно. Офигеть. Очень-очень жалко, то, что мы никого не словили. Просто офигеть, как жалко. Ладно, так, хилки. Это все можно выложить вот сюда, потом это можно вот сюда, вот сюда, вот сюда, а даунстоун, вот, это вот сюда. А, где вот, вот, вот так. Офигеть просто, я расстроен. Ладно, давайте отправимся еще раз туда, хотя бы откроем Lucky Block. О, откроем Lucky Block хотя бы, может нам выпадет опять какая-то какаха, как обычно. Ребята, вы расстроены? Вы расстроены так же, как и я. А то что-то как-то настроение даже испортилось. Ну, не будьте, ладно, все, и в жопу. В жопу эту легенду мы еще найдем 100 таких легенд. Я вам, ребята, слово даю. Как я сказал, нам реально говнецо какое-то выпадет. И, как видите, я вас не обманул. Я вас, ребят, не обманул. Так оно и произошло. Как видите, говнецо нам выпадет. Да. Да ёханый ты, бабай, да ты мне дашь пройти навик или не дашь мне пройти. Я буду хотя бы рад, если мы в этой серии найдем... ну, хотя бы джунгли. Или зимний биом. Я буду рад. Да. Очень.
Поэтому, пожалуйста, 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 найдись хотя бы что-то нафиг. Найдись хотя бы что-то, пожалуйста. Ну хотя бы мы уже биом нашли там, где спавнится Селби, это... Ну, не скажу, что тоже, что плохо, но... Могло быть лучше, если бы мы еще легенду словили. Вы согласны с этим, ребята? Могло быть вообще офигенно. Ладно. О, кстати, Lucky Block. Я вам обещаю, ребята, то, что это не последняя легенда, мы еще 100% найдем кого-то, вот увидим. Звезда, да, нафиг, нафиг меня тут звезду, у меня уже столько маяков, у меня уже столько вот этих звезд, вы что, издеваетесь, какая нафиг звезда, да? Опа-на! Не-не-не-не-не-не-не, подруга, подруга, стой на месте. Стой, стой на месте, не двигайся. Ты шо, охренела? Ты шо, офигела? Она всех сейчас убьет! Опять какая-то фигня выпала, ненужная никому. Опять какая-то фигня. Я просто уверен, что фигня какая-то опять выпала. Ладно, потопали дальше, ребята. У нас еще, в принципе, времени дофига в этой серии, еще даже полчаса не прошло, поэтому... Мы еще 5 легенд найдем. Сейчас 10 даже найдем. Сейчас увидите, ребят, сейчас увидите. Легенду просрали. Не, бля, еще 10 просрали. Ну, не просрем, а найдем, да. Я надеюсь, я надеюсь, что найдем. И реально не просрем. Пожалуйста. Что тут Бластой сделать? Мне вообще интересно, что делать Бластой ставить посередине леса, а? Это что за мистика, а? Что за мистика? А, кстати, тут вообще... О, горы. В горах... В таких горах Extreme Hill спавнится только Entei. Но, сами понимаете, что сейчас Entei тут, конечно, заспанится вообще без проблем. Я уверен. Я уверен, да. Конечно, конечно. Зато боссов в этой серии, может это, знаете, может это нам такое одолжение, то есть не дадим мы тебе найти легенду, зато дадим тебе офигеть какое большое количество боссов. Может оно так работает? Я не знаю. А кстати, тут дофига Иви спавнится, по идее. Вот в таких лесах всегда, ребята, дофига Иви. Какая нафиг, какой Спиров, ты что, издеваешься? Какой Спиров нафиг? Тут дофига Иви, но не сейчас, когда мы сюда пришли. А так их реально дофига, честно. Да. Но только тогда, когда нас тут нету. Это правда, да. Они всегда спавятся тогда, когда там нас нету. Да. Я, пожалуйста, ты мне даже где-то тут джунгли, хотя бы... Не, маленькие нам, в принципе, тоже не нужны. Большие. Большие, нормальные, густые деревьями джунгли. Да. Или просто бесторные там пустыни льда. Ну, в смысле, равнины, да. Там немного снега и всего остального. Я хочу зимний биом, да. Пожалуйста, пожалуйста. Тут есть хотя бы кузнец, ёшкин кот, а? Тут даже кузнеца нету. Даже кузнеца нету, что нам ты взять? Мы даже украсть ничего не можем. Ну, в курсе то, что мы уже пролетели пол карты нафиг. Смотри, сколько мы уже, ребят, пролетели. Мы нифига не нашли. Потому что тут нафиг нифига нету. Ничего не спавится просто. Ну ничего, Завдус, ты жди своего время, твой час еще сегодня придет. Кстати, кто там, ты, Дюрса, Пикачу, которого я бы убил, честное слово, но мне просто лень туда возвращаться и тратить на него 3 минуты времени, да. Я бы его убил, он мне нафиг не нужен, да? Пикачу же нафиг никому не нужен, да? Никому просто Пикачу не нужен. Что-то я никого не вижу, ребята. Давайте, знаете что, найдем еще следующий, нам, честно... Очень нужно есть какие-то новые биомы. Просто офигеть как надо. Но, наверное, этим мы будем заниматься все же на стримах, которые, ну, как стримы, в принципе, на выходных будут, как я уже вам сказал. После того, как мы поиграем на сервере, ссылочка в описании, забывайте. Поэтому, знаете, что мы сейчас сделаем? Находим следующий какой-то биом. Если ничего там не будет, идем спавним Запдоса. И потом на Запдосе летаем в какой-то пустыне. Не-не-не-не-не-не-не-не, лучшая идея. Лучшая даже идея. Идем спавним Запдоса. Там еще босс, кстати. Вот боссик. Вот боссик. Идем спавним Запдоса. Сейчас давайте убьем вот этого боссика, потом я договорю. Опа. Да хрена ты меня так валишь, а? Давай, давай, Эмбуар. Вот, зашибись. Ультрабол. Я вам искренне благодарен за ультрабол, который нам, в принципе, не нужен, да?
Ну пускай будет. Ну, да, какая кадабра, нафиг, какая кадабра, а? Полетели. Тут босса больше нету, никакого чуртик нам не нужен, чуртик у нас есть. Там еще один босс, или это Шайни Марил? Это опять Шайни Марил. Это опять Шайни Марил, который у нас... Мы его, в принципе, словили в этой серии, да? Поэтому, ребята. Идейка даже... Я, кстати, простыл, это офигеть как плохо. Хоть у меня всегда тут плюс 20, плюс 30 градусов, но я как-то умудрился простыть. А, ребята, лучшая идейка. Сейчас находим следующий биом. После этого идем спавним Забдоса 100%. А после Забдоса идем покупаем офигеть какое большое количество шмоток. Ну, в смысле, насколько нам хватит, да? Идем еще покупаем один мастербол на всякий случай. Перестрахуемся, кстати, еще один босс. Твою там... Идем покупаем еще один мастербол на всякий случай, потому что если опять кто-то заспавнится, чтобы его не прокачкать, да? Ну ладно, в этой серии мы никого не нашли. А прикиньте, если бы мы кого-то нашли, у нас бы просто-напросто не было мастербола, чтобы его словить. Было бы еще все печальнее, если честно. Было бы еще все печальнее. Поэтому лучше нам, ребята, все же кого-то... лучше всегда при себе держать мастербол. Вот такое у меня есть мнение. Потому что всегда нужно перестраховаться по поводу легендарных покемонов, да. Ластер, ух ты, ничего себе. Давайте вот так. Steel Gem, Grass Gem. Если я сейчас одену вот этот Grass Gem, то Серпервер вообще всех вырубать будет. 100% нафиг. Это круто, это круто. В принципе, зато у нас шмоток дофига появляется. Потому что мы дофига покемонов убиваем. Боссов, я имею в виду. Лучше бы мы нафиг не боссов убивали, лучше бы мы легенды искали, а? И находили нафиг. А прикиньте, если... Давайте, знаете, что, ребята, сделаем? Давайте сделаем так. Последняя ночь над океаном. Мы сейчас еще раз пытаемся кого-то заспавнить. Доживаем до утра. Идем спавним Забдоса. После Забдоса, в принципе, дальше все по плану. То есть идем там одно делаем, а идем делаем 30-е, 25-е, еще какое-то. Вы согласны, ребята? Мне кажется, просто идеально. Мне кажется, просто идеально. Кстати, тут у нас пляж есть, знаете? Давайте облетим вот так и весь пляж. Мало того, что на пляже сможет кто-то заспавниться. Пожалуйста. Пожалуйста, кто-то на пляже заспавнится. Мало того, что на спавне... На пляже кто-то заспавнится. Так еще может и в водичке кто-то заспавнится. Кстати, тут еще пустыня. Но в пустыню мы сейчас залетать не будем. В пустыню мы чуть позже залетим. Уже после. После этой ночи. Не, после того, как мы все сделаем. Там заспавним одного, заспавним другого, третьего и 55-го. И купим все наши вещички. А сейчас, ребята, эта ночь... Вот эта вся серия, короче, будет посвящена только легендарным покемонам. Только им. Которые нас не любят. Которые не спавнятся. Или если спавнятся, то нифига не вовремя и нифига не понятно, где они заспавнились. Вот в чем беда. Нифига себе, там нормально, нормально. Поэтому сейчас мы, ребята, мало того, что облетаем спам, у нас сейчас, короче, есть возможность тоже заспамиться одна из трех легенд. Если она все же надумает заспамиться. Это у нас Суйкун, это у нас Кьогр в очередной раз, и это у нас Лугия. Будем надеяться. В принципе, в этот раз, в этой серии нам уже разочек повезло, потому что реально кто-то заспамился. Может, кто-то захочет искупить свою вину. То есть, я не заспавнился. То есть, я заспавнился, вы меня не словили. Ладно. Я заспавнюсь еще раз. Только в этот раз меня 100% словили. Может, реально, может, кто-то так подумает, а? А, кстати, в саванне же тоже может Райкоу заспавниться. То есть, у нас сейчас вариант, то, что заспавнится один из четырех покемонов. Легендарных. Нет. Не кажется. Но все же надеемся, то, что может кто-то... А, кстати, тут у нас же еще, по идее, есть Desert Hills, да, это Desert Hills, Beach, океан. И, по идее, где-то тут должен быть еще Desert Hills. А в Desert Hills, ребята, у нас еще спавится, вот, Desert Hills, вот видите, вот эта большая гора посередине пустыни, это Desert Hills. В Desert Hills у нас спавится Гроудон. То есть один из пяти покемонов, то, что у нас, с легендарных покемонов, то, что у нас сейчас кто-то может заспавиться. Верим. Надеемся, то, что, пожалуйста, не подведите нас. О, кстати, босик. Давай, кадабра. Давай, опа.
Ух, да, психически психического покемона бить, это, конечно, вообще не вариант, если честно. Это просто... О, Зороарк! Зороарк! Ребята, там Зороарк. Вот Зороаркушка. Вот. Только я не хочу ловить Зороарка, я хочу ловить Зоруа. Это первая эволюция вот этого Зороарка. Это темный тип, да? Если я не ошибаюсь. Это вроде темный тип. Тип покемона, а не темный тип. Это не расизм, не, какой, ну, в смысле, просто не придирайтесь, да, вот все. Поэтому мы сейчас не отвлекаемся, а сосредотачиваемся именно на легендарных покемонах. Вот я тогда подумал, я тогда чувствовал то, что кто-то заспанится, и кто-то заспанился, вот реально. Что-то мне подсказывает то, что сейчас еще кто-то, какая-то легенда. Что-то мне кажется то, что кто-то еще придет, или какая-то легенда, имею в виду, в этой серии. Губка выпала. Губка выпала. Важный ингредиент для выживания. Важный предмет для выживания в Пиксельмоне. Да. Очень важный. О, кстати, там еще один. Еще один лакиблок. Ну, хотя бы лакиблок, а хотя бы... Охренели, вы что здесь? Какой нахрен? Какая нафиг звезда? Да вы издеваетесь? Какая нафиг звезда? Да зачем мне нафиг это вообще нужно? Что за бред? А, кстати, смотри, ребят, сколько мы уже... Где мы вообще? Смотрите, где мы? Сколько... Пляжей? Да. Сколько пляжей мы уже облетели? А Суйкушки пока нет. Если честно, Суйкуну даже буду больше рад, чем какому-то либо другому покемону. Потому что Суйкун это круто. Это мощно, это круто, это стильно и это модно. И это важно. Да. Потому что Суйкун реально крутой. Поэтому надеемся. А, кстати, почему я летаю реально только над пляжем? То есть, мне не нужно там только летать. Я могу летать посередине океана и где-то рядом может быть пляж. Не нужно именно летать где-то над пляжем. В этом нету смысла просто. Поэтому я буду летать где-то вот тут. За метров так 10-20 от пляжа. В принципе, это самое то. Главное, чтобы карта регенерировалась, то, что, ну, в смысле, грузилась, чтобы показывала, где мы летаем. И это, в принципе, то, что нам нужно. Кстати, там это босс. Это не босс. А, это босс, да. Ультимейт. Офигеть просто. 90... Какой уровень? Ух. Не, мы никого не сможем убить, ребята. Какой уровень? Я еще раз повторяюсь, какой уровень? Офигеть, я в шоке сейчас. А мы не сможем ее даже убить нафиг. Так, ладно. Ладно, паскуда. Ладно. Так, какая нафиг? Еще одна заспамилась? 57 уровень. А, кстати, что это за покемон Матена? Я не знаю просто, какой это тип, если честно. Я не знаю, какой это тип, поэтому мне сейчас сложно с ней сражаться. Мне сейчас реально сложно с ней сражаться, потому что я не знаю, что это за тип. Но... Так какая нахрен Кадабра? Почему я Кадабру выкинул? Ну, в принципе, Эмбуар очень даже неплохо сносит, по идее, да? По идее, он должен даже очень хорошо сносить, но просто у Майтиены очень много скорости, она всегда мне первой наносит урон. Кстати, у меня есть что-то, что я могу ее воскресить, там, Супер Поушен. Да. Антидот, Покеболс, Баттл Итемс. Нет, ничего полезного. Ничего полезного, зато! Зато Старраптор может что-то даже порешать. Аврора Бим. Нет. Ну почти, ребята, мы сейчас справимся. Я уверен, что мы сможем справиться. Сейчас. Вперед, мы тогда кого кинем? Старраптора, да? Старраптор, по идее, наносит очень даже неплохо. Твою-то мать, а. Попади. Старраптор сейчас ударит Close Combat'ом. Нет, не ударит, потому что он сразу умер. Идеально. Идеально просто. Просто идеально. Мне кажется, мы не затащим. Мы не затащим. Единственный, кто может убить, это Эмбуар. Но Эмбуар подсмакивает просто. Так, уже получше, уже... Нет. Эхпе Рестор, Супер Поушен на Эмбуара.
Вот, вот, другое дело. Другое дело. Да! Ох, справились. Потратили, конечно, одну хилку, но зато справились. Зато я чувствую то, что мы хотя бы что-то сделали в этой серии. Убили реально сильного покемона. Круто. Круто. Да. Ну ладно, давайте. О, как раз. Как раз сейчас утро, ребята. Может, на утро нам кто-то заспавится? Пожалуйста, 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 пожалуйста. На утро. Я хочу на утреца кого-то заспавить. Пожалуйста, пожалуйста. Если нет, то мне нужно реально идти ловить просто Забдуса. Один из таких покемонов, который, ну, в принципе, ну, мы его 100% сможем словить, потому что у нас есть его итем, его призыва. Это все. А, кстати, я не помню, как Суикун спавится. То ли он ночью спавнится, то ли он днем спавнится, то ли он на закате спавнится, или на рассвете. Вот в чем прикол, ребята. Поэтому, наверное, знаете, что мы сделаем? К следующей серии я погуглю, к следующей серии я узнаю, где кто точно спавнится и в какое время суток. А потом мы уже вернемся, и потом уже будем тут ловить покемонов, тем более мы тут сможем их даже половить на стриме. Потому что на стриме, мне кажется, даже... лучше всего ловить покемонов, потому что на стриме можно путешествовать, и это круто. То есть серия у нас ограничена, да, есть время, там 1 час. И это, в принципе, уже даже много. Потому что серии обычно по 20 минут, это я такой нахрен сумасшедший, который выпускает серии в 1 час. Это вообще с ума сойти, ребята, честное слово. Поэтому мы сейчас идем спавним Завдоса. После этого. После этого. После Завдоса. Мы, наверное, вернемся вот сюда, в пустыню. Хотя я тут не вижу какой-то нормальной нафиг пустыни, что это такое. Ну, хотя бы лаки-блок. Хотя бы лаки-блок. Пожалуйста. Вы поняли, да, что я сказал? Нам просто идеальные вещички сейчас выпадают. А, пожалуйста. Сена. Сена нам выпала. Ладно, нифига я не вижу, поэтому, ребята, давайте будем валить отсюда. А, кстати, там у нас есть пустыня. В какой стороне у нас пустыня? Вот в той, да? Значит, мы еще вернемся уже на Забдусе. Пойдем заспавним Забдуса, вернемся вот сюда и будем дальше что-то искать. Может, у нас заспавится не только Забдус, а может, еще Гроудон заспавится. О, кстати, еще один боссик. Еще один боссик, и это круто. Давай, 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 давай. Опа. Ты что, охренел? Давай, давай, вали его, вали его, вали. Давай, 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 давай. Кстати, что мы можем выкинуть? Мы можем вот это нафиг выкинуть. И мы можем выкинуть вот это. Да? Да, да. Поэтому потопали, ребята, потопали. Идем. Знаете что, сначала пойдем домой, выложим 5 вот этого весла. У нас офигеть, как быстро как-то инвентарь заполняется. Вы это заметили, ребята? Просто как-то офигеть быстро. Так, это сюда, потом хлам. Опа, опа. Нет, это не сюда, это не сюда. Вот это сюда, и вот это сюда. Да, и джемы. А джемы куда мы складывали, ребята, вы не помните? А, вот джемы у нас вот тут. Значит, это все вот так можно. Это все вот так. А что у нас тут? Тут у нас хилочки, да? Да, тут у нас хилочки, а остальные шапочки мы сложим. Опа, 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 опа. И вот, вот так. Замечательно. И сюда мы опять сложим вот это. Ну что, вы готовы, ребята? Вы готовы? Не вот сюда, куда ты пошел нафиг. Home, Desert, Zabdos. Вот, сюда. Вот, да. А потом полетим вот сюда, ребята, видите? Как раз тут идеально, у нас тут еще не открытая территория, поэтому... Вы готовы? Ой, что-то я боюсь, потому что он сразу взлетает, на него сразу нужно нападать. Вообще, ребята, это первый... Ну как первый? Вот первый. Вот океане. В океане, в глубоком океане у нас сегодня была первая легенда. Но вы видите, как мы ее словили. Поэтому у нас, в принципе, сейчас нет выбора, как спавнить Забдуса. Я вас еще раз спрашиваю, вы готовы? Лайк, если готовы, лайк, если хотите, чтобы в следующей серии мы еще нашли одну легенду. Постарались хотя бы. Ну что, ребята, давайте. Раз, два, три. А, он сразу на нас напал. Он сразу даст напал, поэтому даже нету смысла его ловить, в небеса летать за ним.
Так, левел волк. Давайте мы его. Давайте мы его попробуем словить. Премьер-болом. А вот я так захотел. Он, конечно, не словится нифига. Я даже его не смогу ударить, наверное. Смогу, но очень туго. А если я его ударю амбаром? Прикинь, я сейчас убью Забдоса. Не убью. Нет, не убью, скорее всего. Скорее всего, не убью, но все же. У нас, кстати, парализовал еще. А давайте мы ему снесем до красной жизни. То есть, ну, когда у него будет красное здоровье, да? Если, конечно, мы сможем это сделать, потому что, как видите, он нас разносит просто. Во, Кадабра, в принципе, тащит. Ну, как тащит? Тащила. Тащила, пока не умерла. Во, нормально. Давай еще разочек. Вапуреша. Ладно. Давайте, ребят, еще раз попробуем. Давайте попробуем квикболом. Да, ну как видите, он даже там не задерживается просто даже ни на одну секунду. Ну, ладно, на одну, вру, на одну секунду задерживается. Ну, сейчас, на две даже задержался, если честно, даже офигел. Давайте еще последний квикбол, потом еще один ультрабол, да, используем. Если нет, то не будем просто тратить ни свое время, не будем тратить ни болы, а сразу его словим мастербол. Вот так. Нет, так нет, ладно, залезай ты в мастербол, да и все. Покеболс, мастербол. Мастербол это 100% то, что мы его словим, поэтому нет смысла даже переживать. То, что он вылезет, потому что если он вылезет с мастербола, я не знаю. Первая легендарка, у нас ачивка, первая легендарка. Вранье, вранье! Первая легендарка была у нас 20 минут назад, которую мы... Я промолчу, ребят. Да. Я промолчу. Идем домой. Идем домой. Забираем все наши самые полезные вещички. Забираем. Вот это. Да. Я так хочу. Забираем. И давайте, ребята, дальше. Давайте протестим нашего Забдоса нафиг. Только перед тем, как протестить, давайте пойдем в Team Rocket. Вот сюда. Да, вот сюда. Купим припасы. Здрасте. Толстячок наш школьник мой мелкий. Здрасте. И элитная продавщица, что ты нам преподашь? Так. Да почему я не могу сразу купить? Почему я не могу сразу купить весь стак, то есть, а не покупать? Да, это будет долго. Но смотрите, ребята, в принципе, сейчас. У нас есть уже стак. Смотрите, у нас есть уже стак. Вот так. Сейчас... Это фигень. Ребята, а может мы сразу покупаем пропуск и в следующей серии двигаемся дальше? Как думаете? Ну, я имею в виду вот тут на базе командира. Сейчас мы, в принципе, у нас два стака 100% будет. Сейчас мы решим, что нам покупать. Даже больше, чем два стака у нас. Офигеть просто. Смотрите, мастербол берем. Берем... Я не знаю. Берем один лакетч. И берем... Вот, я сказал лакетч, но взял экспешер и берем лакетч. И сейчас смотрите, что мы делаем. Не думайте, ребята, смотри. Сейчас мы берем... Столько. Идем опять вот сюда. И у нас все будет. Я не думал то, что у нас только есть ресурсов. У нас есть еще один мастербол, у нас есть еще один пропуск, и у нас есть лакетч. Офигеть. Просто офигеть. Смотрите, ребята. Один, два. Вот так. И мы покупаем пропуск, который мы ставим вот сюда. И в следующей серии откроем дверь и посмотрим, что там дальше. Офигеть. Так, давайте лакетч оденем на... Я так думаю, что Стараптора. А XP-шер оденем на Вапуриона. Да, чтобы он тоже прокачивался. И сейчас кидаем Забдоса. И полетели. Ёханый бабай, где я? Ёханый бабай, где я нафиг? Он меня сожрал!
Смотри, как это прикольно выглядит. Как будто, знаете, как будто у меня башка Забдуса. Смотрите, как это прикольно выглядит. Как будто у меня башка Забдуса. Смотрите, там мои ноги. С моих ног как будто выходят вот эти когти, да? То есть по три когтя с каждой ноги. Потом руки обычно. Потом башка вместо моей башки, голова Забдуса. Еще и крылья нафиг. Реально прикольно. Только я нифига не вижу от первого лица. Сложно все, как-то все сложно. То есть я не знаю, почему все как-то так плохо работает, то что на нем так сложно летать. Ну ладно, ладно. Пускай будет, полетаем и так, не проблема. Главное, чтобы полетать на Забдусе. О, босс, о босс. Конечно, на нем не очень удобно летать, я даже не знаю, почему так неудобно. Так, давайте вылечимся и давайте убьем Стараптора. Вот так. Офигеть просто. Реально неудобно почему-то. Ты нас с одного удара убил! Ты издеваешься или что? Я что-то не могу понять. Что за хрень? 80 уровень рвет нас на части. Что это за фигня? А Вапурион он еле бьет. А Вапурион он реально еле бьет. Почему 80 уровень такой сильный нафиг? Я вот это не могу понять, если честно. Как-то странно все сейчас происходит, как-то странно я его сейчас убиваю. Но зато убили, зато нам выпал левел болл. Что-то странное, нафиг. Ладно, полетели дальше, ребята. Не-не-не-не-не, на Забдусе, не зря же мы его ловили, хотя бы полетаем на нем. Хоть и неудобно, но зато полетаем. Еще один босс! Да вы шо, не, ну ладно, ладно, мне даже лучше как бы. Мне даже лучше. Так, Стараптор, давай, хотя бы вот этого убей, пожалуйста. Ёханый баба, это что ты такой сосунишка-то? А ну, Забдус, у тебя есть какие-то нормальные атаки? Ancient Power. Он Забдуса сейчас раскидает с двух ударов. С трех. Нет, да, с трех. Ладно, Вапурион. Давай, сам порешай. Офигеть, 90 уровень. Так. Драгон Джем нам выпал. Нормально. Ребята, офигеть, как много всяких вещей выпадает с этих. С мобов. С боссов. Это круто. Офигеть. Потому что... почему я опять сел нафиг на Стараптора, а? О. Да. Ларвеста, ёханый бабай накакал себе в пазуху. Офигеть. Ларвеста. Это тот покемон, которого я уже хочу на протяжении... серии 10. Мы его словили с первого бола. Знаете, кто такая Ларвеста? Ларвеста — это Вулкарона. Вот кто это Ларвеста. Вот. Офигеть. Ну, хотя бы с Ларвестой нам повезло. Это вот сейчас я реально более-менее уже нормально себя чувствую, в том смысле то, что Ларвеста. Что за фигня? Мы что, уже тут были? Ха? Мы тут уже были? Что-то я не припоминаю, если честно. Ладно. Ладно, да твою ж там... Так, полетели. В какую сторону? Вот в ту, да? Смотрим, ребята. Смотрим то, что у нас на... Там еще один босс? Еще один босс. Охренеть, просто... Это реально, кто-то пытается просто там мозги запудрить, знаете, мол, типа... Не будем мы тебе давать боссов. О, не будем мы тебе давать легенд. Лучше держи боссов. Лучше держи боссов, других мы тебе давать не будем. Нафиг. Зачем тебе легенды, раз мы тебе можем боссов дать, да? Я тоже так думаю. Нет, лучше не надо. Так. Да встань ты нахрен от меня, дебил, а! Так. Забдус, полетели дальше. Забдус, полетели дальше. В какую сторону нам нужно лететь? Ну, правильно, тут... Ну, тут я уже был, я раз тут уже открыта территория, да? Поэтому давайте сюда. Пожалуйста, тут у нас... тут у нас Desert Hills. Гроудоша, не... Не. Не желаешь показаться? О. Опа. Грудоша, не желаешь показаться? Пожалуйста. Тут, кстати, очень много Desert Hills'ов. Ты это заметил, Грудоша? Это намек тебе, паскуда тупая, вылезай давай. Кстати, что это там за покемон? А, я вижу. Грудоша, пожалуйста. Если бы сейчас вылез Грудоша, я бы офигел, честно.
Я вроде на начале этой серии говорил то, что если у нас кто-то заспавнится, то я разденусь догола и тут... Не, ну ладно, то есть покемон у нас как бы заспавнился, да, но... Ну, мы же его не словили. Поэтому все, договор отменяется. Вот так вот, да. Вот если бы мы его словили, это был бы уже другой разговор, я согласен, да. Но мы же его не словили, ребята, мы его не словили, поэтому... Нет, не увидите, не увидите, не увидите, все. Нифига. 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 Нифига нормального. Ёханы, ты капу твою та ногу за ногу. Да твою-то, ты будешь выкапываться сегодня, нет? Это сокровищница, да? Сокровищница он хочет быть. Сокровищница. А что самое печальное, то, что мы до сих пор не нашли ни джунгли, ни зимний биом. Хоть они мне очень нужны. Но зато на стриме найдем, ребята. Приходите на стрим, как я уже сказал, там попробуем найти все, что полезно, все, что нуда, ну, нуда, все, что надо, все, что нужно, все, все полезное. Все полезное мы сможем найти, все, все полезное, да. Потопали, потопали. Кстати, нужно похавать. Хара уже пищать, дура. Хара пищать, я сказал. Так, потопали. Это как же кончено это сделано, то, что я у тебя в пузе появляюсь, а? Не могу нормально полетать и от первого лица посмотреть, а в пузе у тебя появляюсь. Ребята, ребята, ребята. Тихо. 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 Мы опять находимся возле пляжа. И мы опять находимся... Вы поняли. Возле воды. Только тихо. Не спугните рыбу, не спугните. Не спугните, не спугните нахрен гигантскую легендарную рыбу. Не спугните. Тихо. Тихо. У нас еще есть время до конца серии, ребята. Мы еще полетаем. Сейчас мы кого-то встретим 1000000%. Я вам просто ёханый бабай, просто чистую правду говорю. Сейчас видите, сейчас все будет, сейчас все будет. Сейчас все будет, ребята. Сейчас вот такая, такой вылезает шайни легендарный босс Суйкун и... И мы удаляем Пиксельмон, потому что... потому что легендарный босс. А прикиньте, если реально называется легенда босс. Мы же его даже словить не сможем, потому что он как бы... Босс. И что тогда делать? Вот реально, ребята. Прикиньте, спавится легенда босс. Что мы будем делать? Я, если честно, даже не знаю. Убить эту легенду босса и заспавить нормальную легенду, чтобы просто даром не тратить легенду. Мне почему-то так кажется, что да, да. Ну посмотрим, посмотрим. Вообще, зачем эти разговоры, зачем горит то, что кто заспавится, если никто пока не спавится, да? Зачем вообще эти разговоры, по идее? Так, пожалуйста, 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 пожалуйста. Вот сейчас, вот сейчас в чатике там. Бух, типа там, легенда заспавнилась, там, Эдисон, беги лови, там, Суйкуша, или там еще кто-то такой. Эдисон, что ты стоишь на месте, давай беги лови. Я такой, Суйку заспавился, я такой его вижу на пляже, такой приземляюсь к нему, слезаю, такой задность, типа, иди в задницу, зачем ты там сейчас нужен, если у нас есть Суйкун, ёханый бабай. Я, короче, вступаю в бой с Суйкуном, как обычно, пытаюсь его словить там 10-20 попыточек, ну ладно, не 10, не 20, такие хотя бы такие 10 попыток словить его обычным болом, как всегда, потому что я же жадный, я же не буду сразу тратить мастербол. Такие 10 попыточек словить его обычным мастерболом, такие трачу 5 крикболов, 5 ультраболов, еще что-то трачу, потом понимаю то, что ни хрена он не ловится, такая же ситуация, как в принципе с Задусом, да? А понимаю то, что никто не ловится, я такой, ну ладно, Суйкун такой, ну ладно. Залезаю в мастербол, потом кидаю мастербол, такой, короче, залезает в мастербол, и такой, вау, у нас сейчас есть Суйкун, легендарный покемон. А ты заодно сиди в пень, потому что ты бесполезный, да? И мы такие, короче, на Суйкуне там катаемся, потом... под воду ныряем, потому что Суйкун уже может сплавать под водой, и он будет нам давать ночное зрение, не будет тонуть и все остальное. И мы такие крутые, потом в следующей серии идем и находим 138.5 фосилов, зато мы зимний биом нашли. Ура! Вот тут круто! Офигеть! Вот что я не ожидал сейчас увидеть, это реально зимний биом. Это реально зимний биом. А что в чем просто офигеть какой огроменный плюс? Знаете в чем? Знаете в чем огроменный плюс то, что мы нашли зимний биом? В
первую очередь, нам будет просто офигенно. Просто офигенно качаться электрическими покемонами, огненными покемонами, водными покемонами, не, водными нет, травяными покемонами и пиплап! Чё пиплап? Мы встретили стартовака пиплапа! Я хоть, хотя его не увидел, но он сам на меня напал. Вот я в принципе думал, нифига себе, пиплап, это же Эмполион, это же типа, ну, крутой стартовик, да? Мы его, ну, как бы мы его нашли, ладно, он на нас напал, он паскуда. И видите, то, что он сейчас не ловится. Он 9 уровень, мы его ловим 46 уровнем стараптором, и он не ловится. Потому что... А, не, вот, мы словили, зашибись. Не-не-не-не-не-не, ты пока нас не нападай. Ёханый бабай. Так, валим отсюда, ребята, валим отсюда. Валим отсюда. Тут офигенно, я еще раз повторюсь, качаться электрическими покемонами, офигенно качаться травяными покемонами и офигенно качаться огненными покемонами. Просто, ребята, отпад. Просто отпад. Я вот, если честно, я сейчас вообще не планировал найти зимний биом. Я просто уже летал, знаете, чтобы летать, чтобы реально, может, ночью еще кто-то там заспавится, может, еще какая-то легенда заспавится. А видите? А мы зимний биом нашли. И это круто. Это, кстати, босс ли это шайни? И мы, кстати, еще шайни Свайнуба нашли. Не, да, ребят, я соглашусь, то, что не повезло нам с легендой. Но в целом, серия очень даже продуктивная. То есть, мы словили мало того, то, что легенду, которую мы, в принципе, уже очень давно планировали словить, да? Я летаю на Старапторе, потому что Задус меня заколебал, он слишком какой-то непонятный, и на нем даже адекватно нельзя летать, потому что, как видите, мы находимся его в животу нафиг, как-то непонятно. Но зато, ребята, зимний биом — это круто. Это очень круто, и это меня реально вот сейчас порадовало хотя бы, то, что мы нашли зимний биом. Это просто отпад. Потому что в следующей серии, или на стриме, я не знаю, что будет следующее, ну, наверное, серия, если мы сегодня наберем лайки, да, то есть, ребята, я вам еще раз скажу большое спасибо, то, что на предыдущей серии мы набрали почти 15 тысяч лайков, это офигеть, это реально очень много, ребята, и за это реально вам большое спасибо. То есть вы офигеть, какие молодцы, за это я реально вам скажу еще раз спасибо, сейчас боссика убьем. Потому что, когда я увидел то, что мы там на прошлой серии набрали 15 тысяч лайков, я такой... Офигеть, они реально очень даже хотят Пиксельмон. Поэтому сейчас, ребята, я записываю Пиксельмон. Сейчас я записываю Пиксельмон, и вы видите то, что час уже как бы прошел. Сейчас прошел, я дальше сижу, и я дальше его записываю, потому что, ребята, ради вас, ради того, то, что мы реально набрали 15 тысяч лайков, я сейчас сижу и записываю. Потому что вы крутые, ребята, вы крутые, запомните вот это. 15 тысяч лайков — это просто офигеть. Но мы смогли их набрать. Мы смогли их набрать, я сейчас вижу шайни Марипа. Я надеюсь, что не пропадет, потому что я обожаю Ампфроса. Ампфрос — это вторая эволюция. Я уже думал, он пропал. Нет, это не вторая, это третья эволюция Марипа. Ну, короче, финальная эволюция Марипа. Ампфрос. И он офигенно выглядит. И он электрический, да? Я его обожаю просто. Давайте левелболом еще раз попробуем. Если мы сейчас словим с первого левелбола этого Марипа, нужно реально делать левелболы, потому что они полезные. Они полезные. Да. Как видите, мы словили круто. В следующей серии, ребята, мы будем пытаться найти или еще боссов, или джунгли, или... Или что? Или алтарь Артикуна. Поэтому тут ставим. Тут или куда-то в другое место. Ну, мне кажется, тут, в принципе, мы только что пришли в зимний биом, мы уже смогли словить двух шайни, мы уже смогли словить стартовика Пиплапа. А почему бы и нет? Очень даже полезно. Так, ладно. Тут ставим. Ну да, пока, наверное, тут, а потом, если что, найдем алтарь, то там поставим. Так. Зимний биом. И поставим что-то вот такого цвета, да, чтобы выделялось. Козовые прокачки. Стримы. Это почему-то на стриме тут делали, это колдали. Так, ну, в принципе, ребята, мне кажется, на этом уже реально можно заканчивать. Большое спасибо вам за просмотр, ребята. Не забываем ставить лайки, если мы опять сможем набирать 15 тысяч лайков на вот этой серии. Я вам только скажу большое спасибо, потому что вы будете офигеть, какими большими молодцами. Спасибо за то, что посмотрели эту серию, ребята. Если вы посмотрели от начала до конца, вы прям реально супергерой. Если вы выдержали час пиксельмонов, час моей болтовни,
подойдите сюда и дайте вас обниму и нафиг поцелую, потому что вы реально герой, если продержались целый час нафиг до Пиксельмони, ребята, вы прям... Офигеть, какие суперские. Поэтому не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на мой канал и также приходите на просмотр следующей серии, ребята. Каждый день выходят видосы, поэтому я каждый день вас жду. Большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.